Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы вам продемонстрируем лайфхак, как сохранить кодировки перед тем, как вы что-либо кодируете. Запускаем наше VDAMA. Обязательно сохраняйте кодировки. Как это правильно сделать, смотрите на этом видео. Перед тем, как вы что-либо будете кодировать или флешировать, или блок замените, всегда на старом блоке заходите и сохраняйте кодировки. Покажем на примере MAIL-164 приборной панели. В любом блоке все точно так же сохраняется. И в дальнейшем вы можете вручную провести SCN-кодирование. Обязательно проверяйте, чтобы здесь в верхнем окне у вас тоже отображались кодировки, иначе они не сохранятся как положено. Выбирайте путь. Save to File нажимаете всегда. Обзываете правильно, как вы, чтобы легче было искать. И нажимаете кнопку ОК. Еще раз показываю. Save to File. Запись кодировок. Процедура очень простая, легкая, быстрая, много времени не занимает. Да. После этого обязательно проверяйте, запускайте через Internet Explorer там, или любой браузер и проверяйте, чтобы у вас в правой стороне не стояли вопросики, как вы здесь видите, вы все кодировки сохранены. Если вы будете проделывать эту процедуру, то никогда у вас никаких проблем не будет с кодированием и восстановлением SCN кодировки. На этом всем спасибо за внимание. Всего доброго, подписывайтесь на наш канал. До свидания.